Ярославль ⁇ это один из старейших русских городов. Он основан в XI веке. Стоит на реке Волга. Сейчас его население уже в статусе областного центра составляет более 600 тысяч человек. В Ярославль является местом сосредоточения большого промышленных предприятий, но также привлекает путешественников, как из других регионов России, так и из-за рубежа. В городе действительно есть, что посмотреть, сохранилось множество исторических зданий, а центр внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Продолжает развиваться туристическая инфраструктура. В Казани, столице Республики Татарстан, одного из субъектов Российской Федерации, живет примерно вдвое больше людей, чем в Ярославле. Это тоже очень старый и невероятно красивый город. Ярославль и Казань совсем не похожи друг на друга из-за того, что на их территории селились разные народы. Это и интересно. Между Ярославлем и Казанью имеется устойчивый поток едущих в обоих направлениях. Причины могут быть разными, например, работа, учеба, посещение родственников или туризм. Хотя, расстояние совсем не маленькое даже по российским меркам. Для тех, кто интересуется, сколько каем от Ярославля до Казани, есть ответ на этот вопрос, не менее 780 километров по автодорогам. Как же лучше преодолеть эту дистанцию? Кратчайший путь занимает около 11-12 часов без учета отдыха в пути, например, если едут двое водителей, меняясь. Первый отрезок длиной 370 км почти полностью, кроме 20 км от Ярославля, проходит по трассе Р-152. Перед Иваново она вливается в Р-79. Ехать по объездной там нет никакого смысла, придется двигаться через город, но без заезда в центр, по улицам Парижской коммуны и Ивановской. А вот перед шуей стоит по указателю свернуть направо, дабы скорость не снижать. В целом покрытие относительно приличное, везде есть разметка. На отдельных участках имеются неаккуратные латки и машина начинает подрагивать. Бывает и плывущий асфальт. Полос для движения по одной в каждую сторону, да еще и многочисленные села мешают трасса проходит прямо через них с соответствующим ограничением скорости. Заправляться лучше еще в Ярославле. Дальше пополнить запасы топлива можно, но станций не очень много, если не досмотреть, можно остановиться с сухим баком. Хотя попадаются и большие сетевые комплексы, например, Газпром нефть, и малоизвестные, совсем маленькие. То и дело встречаются кафе. С отелями и стоянками, правда, беда. В нижнем Новгороде нужно сориентироваться на объездной и начать движение уже по федеральной автодороге М7 Волга, она же Е22. На ней это две, то четыре полосы, ширина постоянно изменяется. Общая протяженность участка до Казани еще примерно 400 километров. В центр Чебоксар заезжать не придется, трасса проходит по окраине. Важно, объектов сервиса на М7 много: заправки, шиномонтажи, различные кафе отели, стоянки, в том числе и для многотонных грузовых автомобилей, здесь это все имеется в достаточном количестве. В настоящее время нет ни одного прямого состава, который бы соединял Ярославль и Казань. Хотя, железная дорога и вокзалы в обоих городах есть. ЖД Ярославль, но можно доехать с пересадкой в Москве, благо, поездов из Ярославля до столицы ходит немало, например, 103Я, 015Я, 105Я, 375 я. Добраться из Москвы в Казань, также не проблема, поезда 076 е 118 ньютонов, 002 и краткое и другие. Вариантов действительно много. Стоимость билета на первом участке составляет в среднем около 800 тысяч сотых, 1503 тысячи двухсотых рублей, сидячий, плацкарт, купе, СВ. А вот от Москвы до Казани за билет просят примерно следующие суммы, сидячий, около 930 рублей, Плацкарт 1700-2500 рублей. Купе 2500-3500 рублей. Люкс около 6000 рублей. Звездочка, обратите внимание. Поезда из Ярославля в Москву прибывают на Ярославский вокзал, а в Казань отправляются с Казанского. Хотя, эти вокзалы находятся на одной площади, тем не менее, нужно закладывать на пересадку достаточно времени, с учетом перехода между ними. Общее время в пути, если брать, например, часовую пересадку, составит около 18 часов. Но его можно увеличить в том случае, если необходимо. А можно использовать в качестве промежуточного пункта не Москву, а Арзамас – это город в Нижегородской области. Выехать из Ярославля поездом 337Ж через 11 часов, выйти в Арзамасе и еще через час сесть в другой поезд 118 Ньютонов, где предстоит провести 6 часов. Таким образом, всего потребуется те же почти 19 часов, а стоить это будет суммарно от 2200 рублей, сидячие плюс плацкарт. Самые дорогие билеты в вагонах люкс около 9000 рублей. Дополнительная информация. Посмотреть актуальное расписание на любую интересующую дату и купить билеты без дополнительных наценок лучше всего на официальном сайте РЖД. Теплоход Казань Самара Казань существует прямой маршрут Ярославль-Казань. Он имеет номер 545, выезжает от главного автовокзала, проспект Московский, дом 80А, в 15 часов, преодолевает километраж за 19 часов 40 минут и прибывает на автовокзал, столичный, улица Девятаева, 15, станция метро, площадь Габдулы Тукая, в 10 часов 35 минут следующего дня. Но периодичность курсирования, только раз в неделю, по воскресеньям. Также имеется маршрут 932 Ярославлю Фа, через Казань, отправлением в 10 часов по четвергам и воскресеньям. В 5 часов 5 минут утра этот автобус въезжает на главный Казанский автовокзал. Проезд на автобусе обойдется примерно в 2300 рублей. Звездочка. Теплоход Москва-Ярославль Москва прямых рейсов между Ярославлем и Казанью нет. Можно купить только билет с двумя стыковками, в Пулково и Домодедово. Но даже минимально такой путь займет более 10 часов, первая пересадка, 5 часов, вторая, всего 50 минут. Весь маршрут выполняет S7 Airlines, а за билет на одного человека, без багажа, только с 10 кг ручной клади, просят не менее 8300 рублей в одну сторону. Звездочка, если добавить багаж, получится в сумме почти 11 тысяч. Несмотря на то, что Ярославль и Казань находятся на Волге, регулярных рейсов теплоходов между этими точками не существует. Это было бы намного дороже, чем по земле. Есть лишь круизные маршруты различной временной протяженности, уровня комфорта и, соответственно, стоимости. Путь из Ярославля в Казань на машины не близок. Впрочем, особых проблем быть не должно. Главное, вовремя заправляться, следить за разметкой, обгонять максимально аккуратно. Ну и не ехать в полусне, это очень опасно. Совет. Что касается общественного транспорта, то оптимальным выглядит железнодорожный вариант, ведь количество поездов очень велико. Можно подобрать себе стыковку от 50 минут до суток и при желании и наличии времени прогуляться по Москве. Автобусы курсируют всего трижды в неделю. Отправление посредине дня является удобным не для всех, а выигрыша по времени и деньгам по сравнению с поездом такой транспорт не даст. Самолет очень дорого и в данном случае не намного быстрее поезда или автобуса. Да и две пересадки могут оказаться весьма изматывающими. А ведь для некоторых людей количество багажа также имеет значение, далеко не все путешествуют с небольшим чемоданом. Звездочка цены актуальны на август 2018 года.